Более 1700 штрафов на общую сумму в 25 миллионов рублей выставили недобросовестным работодателям сотрудники областной госинспекции труда. Итоги года подвели те, кто контролирует правовое поведение всех жителей региона, имеющих официальное трудоустройство, и всех, кто возможность такого трудоустройства предоставляет. При этом одним из приоритетных направлений в работе контролирующего органа были и остаются неоформленные трудовые взаимоотношения. То, к чему многие из россиян традиционно относятся без особого интереса. У нас проведено 151 проверка, в ходе которой у 84 хозяйствующих субъектов выявлено нарушение, связанное с ненадлежащим оформлением трудовых отношений. То есть, о чем это говорит, что все-таки у нас на сегодняшний день наши работодатели данными фактами злоупотребляют, то есть никаким образом не оформляют те отношения, которые складываются между ними и работником. Не менее важной признается работа по установлению и взысканию задолженностей по заработной плате. Так, согласно официальной статистике Росстата, в 2015 году предприятия различных форм собственности недоплатили в нашем регионе своим работникам почти 8 миллионов рублей. Плюс к этому 121 миллион долга, так называемая скрытая задолженность, установить которую удалось трудовой инспекции. На сегодняшний день остается непогашенным 41 миллион. Это, конечно, колоссальная цифра, потому что мы все с вами работаем, и мы все с вами получаем заработную плату, и когда данные нарушения допускаются, мы прекрасно понимаем, что, извините, средств существования у того или иного работника нет, и поэтому вопросы заработной платы, они всегда были, есть и будут приоритетными направлениями. Кстати, проверить свои трудовые взаимоотношения на соответствие действующему законодательству может сегодня как любой работник, так и любой работодатель. С 2015 года в интернете действует сервис «Электронный инспектор», позволяющий получать самую актуальную информацию, связанную с трудовыми взаимоотношениями. С 2016 года число листов для самоконтроля в нем возросло с 10 до 70.